Сегодня мой влог начинается в лифте, и это уже третий день. Ой, нет, не третий день, четвертый день. Да, мы сейчас полазим, да, и развернемся, назад поедем. Мы, кстати, лазим по горам и идем к заброшкам. Точнее, это называется заброшенный город. Как-то так. Шли желудь в шапке. Сиди. Красота! А там горы. Какая красота непонятная. Выдра какая-то. Древний мост с проходами. Интересно. Все очень интересно. Тут огромная яма. Очень глубокая. Какое-то интересное построение. А вот здесь там проход какой-то. Ева. Такой вот театр тут. Разрушенный, но красивый, интересно посмотреть, конечно. А вот мои глаза. И красота. Здесь какая-то вот такая штука из-под колонны, наверное, с узором красивым таким. А лужайка красивая. Оп. Базар в Эри, какой-то. Красиво, как интересненько все так походить, посмотреть. И колонны еще непонятные какие-то. Очень все необычно, непонятно ничего. Вот там стоят наши машины. Ну да, пошли. Маленький камушек, и тут такие большие красивые каменюги. Такие вот надписи необычные. Как эти люди могли делать 2000 лет назад? Такую красоту. Без каких-либо таких инструментов. Наконец-таки мы выбрались с этой горы. Мы на ней лазили и наконец-таки пришли к машинам. Ура! Я успела застрять. Ням-н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 ям. Смотри в камеру. Ну вот же, я же его снимаю. Привет. Привет. Какая? Спит, да? Мой кофте. Ко мне пришел мой кофте. Его зовут кофте. Пока.